Здравия желаю, с вами Командор Вэлл в 77-й серии «Войны со всеми орк-чародеи», где мы начали жесткий прорыв. И, между прочим, да, это вот к вопросу, могли бы мы выйти раньше. Нет. Вот. Каждый город мог бы вот так вот просто уже браться. Сейчас стремно, чтобы там-то смогли поднабрать. Ну, то есть к сотому ходу мы пока бы не накопили собственную мощь, в том числе по прокасту. Ну, представляете, да, мне вот этот вот прокаст сейчас просто вышибать, даже сейчас. Это 80-80, ну, фактически 160. Потом, например, этого. Ну, допустим, опять же 150, все, мана нет. И при этом они накастовали, у них хватает. И такие, ну, получается, из-за этого только сейчас доктрина пока что таких войн. Быстрых, мгновенных. Но я помню, что нужно начать с захватов городов. А, сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это тупо метрополия по той простой причине, что высока вероятность. Давайте, что на это? Ну, логично, что у него здесь ничего нет. Высока вероятность... Что, может, жреца взять? У тебя же есть полюбасу. Еще нет, я вообще планировал их брать. А, это нету, да? Все. Высока просто вероятность вот такого жесткого прокаста, и да, они тебя просто облажают. А захватываем мы город по причинам. Ему, кстати, нельзя, да, давать железное сердце. Так что вперед. Да, но прокаст жесткий. Просто жесткий прокаст. Вот. Сытый себе обед, потому что ты же будешь танковать. Тоже бы Амока собрать тогда. И причем такая вот, смотрю, группировка постфактум не сверхсильная. Ну или... Ну просто вот эта вот проблема нас сейчас может... А, он еще и глушитель. Блин, ну если он железное сердце применит, это отстой. Но тогда вот так пока. Мы этого ломать не можем. Он и так может сломаться. Соответственно, вот так вот. И нужно этого сломать. Может быть, надо было один ход подождать. А у него глушение, да, надо не забывать у Мерлина. Ну все, он мне, в принципе, обеспечил. И... А, тебя и Монка, да? А вот это классно. Тогда ты вообще очень хорошо подходишь. Для того, для чего мы тебя сейчас сюда подослали. А, но можно вот так, да. Подчиняйся моей воле. Оно здесь, да, пофиг, я думаю, она... По приколу, выносите ворота. Валера, вперед. А могу сказать только Дантено. Don't be... Я не знаю, Дантено. Не будь дном, получается. Два, три. Все. И тогда, да, сейчас починить нет. Окаменяющее прикосновение. Сработала защита. Чтобы нам обеспечить попроще. Вот это вот попроще. А откуда у тебя окаменяющее прикосновение? Это что это дает? О, да, прикольно. Чтобы мы вот этой лажей не занимались. И давай еще подлечивай здесь драконица. Ну или фейку. Разрядил, да? Все, окей. Мы ж тебя возьмем, жрец. Все-таки ты с золотой медалью чуть-чуть каким-то образом вал у этого. Это интересно, как так у него получилось. Ну да. Так. Убительные каменеющие на это. Подчинить один. Следующий ход. Сначала ты его разряжаешь. Раз, два, три. Потому что, а если не подчиниться, подчинись, это моя воля. Раз, два, три. Далее, чтобы упростить задачу. Хотя, не знаю, насколько это упрощает. Не насколько, по-моему. Проще вот так, да, чем потом искать. И
сосредоточиться на под... One, two, three... Всё. One, two, three... Точно подчинитель. Нет, уже все перезарядился. Бувенди Тестербургер. Раз, два, три. Танцы, блин, со смерфами. Придумают же фигню. Раз, два, три. Да, я же ответчик и судья. Окей. Огибая виражи, огибая ложь и жизнь. Ох, Орига, жаль, что что-то как-то рано. Рано, да. Может, и правда, как GP это? Ну да, это, конечно, унылая сейчас фигня. А, да, сейчас рано. Также тут же это, о, великий рандом, да рандом ты мне, и не перерандом ты мне, и последняя попытка. Да, три, это, и, ну давай, драконитис пока. Хотя в целом уже на следующем ходе, с учетом этого хила и регена, я думаю, уже будут с полным. Ну а чё нет-то? Еще, да, один там остался. Ну давай, готовься, готовься, парень. А потом получаешь от человека рыцаря, если чё. Вот он. На это. Ну еще от фейки. Ну что? Подчиняйся моей воле, ты плохой. О, даже скрыто. Плохой ты жрец, не получилось. Обидно, досадно, но ладно. Да, у меня было 365 или 355? И мы можем вот так посмотреть. На дворца, да нет. Как я сказал, присоединяем, гарнизон есть. Но вот этот прикол, что он здесь делал вообще? Мой противник. Мой дорогой партнер. А чё бы их еще и не взять к себе в армию? Я вот думаю. Ну давай, во-первых, подсматривай. Ох, ты же еще и туда. Прям под это разместил. Какой красавчик, да? Вперед, вперед! Не сдаваться, а показать, что-то значит моя республика. Гаремных лоль. Хе-хе. Это отдельно. Так. У тебя GP есть? GP есть. Чаровня! Ня! Или все равно берем город, если что свалишь. У-ня-ня. А, да вы все, да, авиационные. Взять город. Он нам предоставит обзор. Хотя я и так понимаю, что, скорее всего, все ништяк. А, что тут это? Пацаны. Встали, да? Мы вас можем вообще выкурить, я вот думаю. Не, просто залететь... Вот это вот все перета. Убить их просто дыханием. Потому что если ты не возьмешься, ну значит не взялся. Ну чё? Чё? Да вот так вот просто сразу. Наденьте медали. Что могу еще сказать? Готовьтесь сразу. Следующий ход вас нет всех. Просто. Все, что я вам могу сказать. К следующему ходу останется, я думаю, кто-нибудь один только. Да, но если вот так вы разойдете, ну да, ладно. Ну так это, конечно же, тупо. Вот. И теперь начинаем самое интересное. Привет! Ну ща, попытаемся. Ледяной. О, да, потому что с ледяного надо начинать. У других защиты-то нет. Опс. Ля.
А, бля, вот это вот мне в первую очередь вынести мелочевку, чтобы я не парился на минус. А, ну не мог плюс крепкой воли, что тоже становится неуязвим. Ну да, тебе придется либо разряжать... А, но разряжать тебя, но мы поняли. Тогда вот так вот вы встаете, дракош, как раз таки в оборонительный стой. А ты с ним пытаешься тоже бодаться. Такой показываешь, что либо ты на меня идешь, либо получаешь в спину. Ну, посмотрим, что сделает. А потом пытаемся... Ой, да-да-да-да-да-да-да. 2-2-2. Это к тому вопросу. Два урона. Мы отвампирим. Можно ли сделать просто нереально крутого бойца? Единственное, как его защиту. А, защиту от огня не поднять. Никаким. А, можно заменить поножи на защиту от огня, например. И 80, да, по-моему. И вот. И вот, вот он. Один из нереальных бойцов, который просто может выносить целые армии. Подчиняйся, отлично. О, а что тут еще этот остался? Ну ты сдохнешь. А, ты уже как говоришь. Ой, да тут еще и этот остался. Че? Че? А, закончилось, просто может не убить. Да, нельзя дыханием. Вот ты посмотри, какой он сейчас того, да? Вот это классно. Это интересно, это прикольно получилось. Но покажешь ты нам заодно вот так вот. Но я думаю, что, как я уже сказал, никаких проблем нет. А, чё еще берем? Город ожидает своей судьбы. А знаете, мы их сейчас вот, наверное, от этого боя... Ну-ка, что это за штука? Давай-ка. Ну что, двумя группировками? Даже лучше бы поселенца, например, взять. Из того, кого взять в эти? В рабы. С другой стороны, рожденных почему бы не взять в оборот? Ну, города, я думаю, уже может быть век магии, а чё ещё мы какие города на подходе? А, да вроде никакой ближайший. По очкам заклинаний. То есть есть ли уже смысл век магии вкидывать? Ну, вообще, да. Ближайший никакой. Ладно, вкидываем. 90. Так, кстати, да, это даже не с прокачанной хорошо защиты, это, ну, это артефакт, если подобрать, крутые можно. Так, первый есть, мы искусство войны для того, чтобы ты... А, да, у него есть своя это. О, да. И она прокачана так-то, еще есть кровавая. Ну, так как ты чистый ближник. Непоколебимый. Да, то, что защитная стойка неутомимая, это уже будет жесть. Просто жесть. Ну и чё, больше защиты? Дистанционку даже уже качать не буду. Наверное. Потому что это чистый ближний бой, парень. Ближнего боя. Я экономлю обычно на этом. Ну так, у нас нет четких разведданных. А, под четким, где-то, да, здесь уложил, да, урохал. Хрень только в том, что давай-ка вот эти как перехватчики. Прокаст, вот это вот самое сложное будет. Есть, да, шикарно. Куда потратить первые... Это, вот он, да.
как-то его так заложить. Кстати, интересно, если я вам дам это, вы сами справитесь? Ну, конечно, это понятно, что потенциально... Ну, я могу, конечно, тактикой, но нужно ли оно мне особо? Потому что два отряда сюда подвести, я думаю, автор расчет справится потом. Да и рубиновые, хотя любой арт сойдет, конечно. Но я их предпочитаю меньше всего. Так, давай, да. Начинаем разведсеть. Да мазл-то чисто. Единственная вот эта, да, проблема. Но и хрень в том, что у нас есть, конечно, такие нестационарные эти точки. Далее. Но он, насколько я помню, сильно и в целом поврежден. Но мы его очень сильно троллим и выносим. Во-первых, да, это главная разведгруппа в том числе. И с учетом века магии можно вообще, да, наглеть. Упс, залетаем. Еще что я могу сказать? Вот это, так. Ну или все-таки лучше с разведчиком будет. Окей, да, дракон не может перегруппироваться. Свалил, да? Все, тогда проблема решена. Пойдешь, попытаешься вышку забрать. Тут тоже надо забрать. Чуть-чуть. А, мы истинно все равно не сможем его воскрешением взять. Ну, надо, конечно, громить. Это понятное дело. Нет. Понятно, что обиталище это. И этому дать постараться отступить. Какие, да, план минимум, максимум. А, чтобы у него была возможность отступить. А, можно на это забить. Мы, конечно, хотели бы и пойти дальше, и взять сторожку. Но, значит, да, здесь, во-первых, проблемы и быстрее сюда. Заодно этому обеспечить свободный довольно путь назад. Отступление... С солдатами не надо распоряжаться неразумно, как говорится. Сосанька-то. Но все равно, да, там, наверное, ход не выиграется. Ну так, по приколу. Че так жестко-то? А, ну потому что да, он же не умеет правильно делать это. Ну, во-первых, можно, да, перехватить. Чему тут еще разведкой видим? Тогда вот это вот дожать еще и с этой получается полный разнос группировки. Ну и как мы хотели, зато разнос всех группировок. Ай, и там мы подсмотрели. Все, валишь. Ну, это он за тобой не погонится. Валишь. Он заодно башенку забираешь. Са. Ну да, стоит, потому что можем... Как бы комбинированная, все равно мне армия понадобится. Гарнизоны они там потом, это... Будем часть забирать. А, и, кстати, да, по поводу, куда каменный, сейчас в гарнизон пойдешь. Ну, мы ждем драконицы тогда заодно. Нужно ли, я думаю, молнию? Молния мне для чего больше нужна? Значит, проклятие. Построение отхил.
построение от хил. Так, звучит как какой-то девиз. Построение от хил, построение от хил. Вот девиз нас, нашей бригады. Давай. Ну и в целом можно даже попытаться, с учетом того, что истинное должно воскрешение стоить дешево. Крайне дешево. А я так смотрю. Ну, вообще 4. Кстати, да, самое крутое сейчас будет это предводителям вот такие вот совершать рейды. Потому что истинное очень дешевое. За 13, это жесть. Это просто реальная жесть. Теперь. Подчиняйся моей воле. Не осталось только этого. Давай, он все равно будет это. Во! Вперед. Ну, а, ты даже, может быть, сейчас очаруешься в этом ходу, чтобы они не могли пытаться снять магию. Но тогда стойте на защите наших этих, ну и ты сюда. Даже не попытался, да? Ну, молодец, чё. По оценке успеху пришел, не повезло, не фартануло. Да. Да. Тебя на главный как подхил. Далее. А, или ты мог, все-таки у тебя подчинитель был. Окей. Вроде бы. Но тут еще есть этот подчиняйся моей воле. Ну, а тут небольшая запара проблем с ну, это у тебя раньше было, паутинка. Это орк, соответственно, его нужно, например, вот этим вот опутать бы. Например, либо, если повезет, то вот так. Моделька зависла, вот эта хрень. Главное, чтобы вы его не грохнули. А, он застыл вообще. Соблазна это давай. Еще есть и подчинитель. Подчиняйся моей воле. Итог всех взяли с небольшими затратами маны. Группировка, например, да, гарнизона вот здесь. Или скорее вот здесь. Ну, посмотрим там. Ну и как я сказал, раз так получается, то идем сюда. Хотя здесь вот интересно, можно точно до этого города дойти. И привет, а мы рядом. Можно так это сделать? Все равно сейчас кольцо сжимается. А это дворец, между прочим. И сразу тогда фронт, и правда, кольцом сжимаем, это вы гарнизон. А ну, чё нет-то, присоединим тот. Этот пока, это понятно. А вот здесь уже играем на присоединение, я так думаю. Потому что один командирский, я думаю, затащит там спокойно и сделает все, что мне необходимо. Город ожидает своей судьбы. Присоединять все кольцо пошло. Это да, мы обдумывали стратегию. Конечно, защита. Чуть еще. Бабки, да, нет, бабок. О, привет. Вот. Повоюй со мной, и сейчас будешь башню обследовать. Походу, ты идешь на передовую. Хотя нет, сейчас ты, наверное, вернешься к своей миссии. Основной. Хотя такой, конечно же, отряд тоже прокачанный и с мегагероем. Следовало бы на другие миссии подкинуть. По большому счету. Хотя, кто будет вот это защищать, тоже он зато создает четверки и бабки, и вообще все, да, все зашибись. Да подходи, подходи, сталкер, пообщаемся. Что я тебе могу сказать? Подчинись! На! Разнос.
Вот уже и минимальный гарнизон. А, да, так, ну давай сразу покажем им Кузькину мать. Правда. Охрененную правду говорю. Что я думаю, какой на единственный доходит. Фастом взять их. Я воль. И потом сам город забираешь. Yes. Так чё, я думаю, поселенцы, не поселенцы. Но хорошие солдаты тоже нужны. Потому что поселенец... А, не, ну она только одного может подчинить. Либо через истинное воскрешение. А у нее нет какой-нибудь прикольной это, кроме паралича? Да, магия. Ну тогда гроза, потом паралич. Я думаю, мы вот так сделаем это дело. Фича сейчас в чем? А, уже достает. И достанет. Ну ладно, уже достает. Так достает. Фича в чем? В том, что... А, может быть... Да, вот так вот даже лучше. Но хотелось бы поменьше, чтобы ХП, поэтому гроза. Сейчас попробуем прокаст устроить. Потом массовый паралич, чтобы они... Хотя они же все равно стрелять смогут. Да, не очень поможет, честно говоря. Тогда вот так прокаст под на подлет. Готовьтесь выносить там все и вся. Тогда да, прямой подлет. Ну, типа, выносишь стенку. А, хотя пехотинец, по-моему, тоже может на стены, если чё. И да, вперед, чисто вперед. Все. Паралича здесь мало, к сожалению, будет толка. Ну, чтобы тогда с подчинением. Хотя толку мало, но мы его сделаем. А, все понятно. Теперь они не могут, да, бегать никуда. Как будем, да, называется, выносить. И чтобы желательно они там меня не особо постреляли. Но этот, соответственно, сюда тогда. Далее. Но далее немножечко интереснее. Что он встал, конечно же. Я думал так, потом клетка, чтобы до этого не дошло. Но это два удара. В любом случае. Здесь. Ну, у него неутомимо это все отстойно. Давай сюда два удара. Надеюсь, один был бы из них. Вот самый эльфийский. Но не получилось, не фартануло. Кстати, что еще? Ну, вот я говорю, хреново они графически это отобразили. Че, нельзя было по-нормальному это сделать? Но ход, да, все равно теряется. Тогда, да, отстой. Нельзя было по-нормальному отобразить. А, пехотинцы не умеют преодолевать стены. Это же фаланга. Но этому можно зато... А, вот тогда вот этих так истребляю, ну, потому что этот не ходит. Хьюстон. Тогда так. И это даже выйти не может. Прикольно. Ну, примерно такая, да, ожидалась фигня. Оп.
талия тогда. Все равно она не пройдет на вот так вот тебе сзади. За все хорошее. Ты инерция удара. Соответственно, даешь пройти. Ты, потому что паучатина. Работаешь с этим. И ты идешь забивать поселенца. Как я сказал, хотя и... Да все уже как бы плевать в целом. Даже, наверное, поселенец был бы лучше в плане этого. Но мне солдат важнее. Наклепать мы можем сами, а... Хотя солдат мы тоже сейчас дофига получим. Может, правда, через истинное воскрешение его... Или просто забить расширение. Хотя расширение наоборот сейчас. Проблема будет небольшая в армии. Но 47 мы пытаемся и сэкономить. Хотя сейчас истина дешевле, но истинная проще на мантикор. У нас, да, этих через это. Грох. Солдат важнее. Там протокол грохания. Тогда. Бум-бум-бум. У тебя там оглушающие еще нету. Ну, просто оглушение сделай. Потому что вот это 55... Бегает там. Окей. Подчиняйся моей воле. А, да, надо было, наверное, его все-таки опутать, потому что если он развеет, то может настигнуться одна проблема. Но, да. Ну давай тогда еще немножечко магии, или все-таки, я думаю, не магии, а немножечко ХП надо бы, да. Тогда раздают. Рушисай алипали. Все, что я вам могу сказать, карушисай алипали. Когда вы там чемпионство возьмете? Себе представляй, как играть за воителя. Клепать армию против, ну, война со всеми. И при этом она будет не элитной, потому что элитную ты не сможешь клепать. Тебе будет постоянно это скипать. Да, жизнь боль называется. Ломанный строй, но нормально. Проблем быть не должно даже при таком ломанном строе. И у нас парализатор, сейчас век магии. Сейчас ты точно ничего не сможешь сделать. Я недалеко. Просто думаю, чё, как по прочистке. Ну ты да, прочистка, значит, башня-башня. Ну и артефакты могут еще пригодиться, естественно. Это, и вообще, да, должен вернуться. И вернуться там как раз через морехода. Тогда так. Ну, заодно создаешь угрозу, разведка это. Ну, город возьмешь, не возьмешь. Да. Ну, не хотелось бы через магию, соответственно, вот так вот встаешь. Но он может попытаться, но тогда будем этих защищать магией. Рептилий. А, да, пока четко нижний не защищен, тогда да. Я думал уже это. Одну тему проделать. Ну, их туда, как гарнизонников. Но у нас нету четких задач, что вот он здесь не пройдет. Нет, четко инфы. А солдат, допустим, не хватит.
Но с другой уже здесь, да, можно подсматривать. По башням тебе еще там низ, но ты низ, это через подземелье, когда выйдешь. И, по-моему, даже еще тайное святилище. Ну, тебе много, да, задач надо выполнять. Иди. Называется. А еще хороши сайла пали. Поняли меня, надеюсь, все. И так и да. Ну, сейчас небольшая ревизия. Товары. Норма. Но норма. Но все равно норма. Но норма. Все звучит как норм. А не норм. Да, получается лажа в любом случае. Так, и... Да, у нас тут это... Ну, это отколовшаяся, да, группировка. Запускаешь, я помню, маскированного этого себе. Угу. Давайте, да, полную разведсеть мне пока что изначально. Сжирание протокол. Может быть, даже, так как это не очень интересно. А ты что, не справишься, что ли? Ну-ка. Я должен, думаю, что он должен. Я не хочу в том плане, что задействовать там у этих... Да, молодец. У этих святилища... Святилище можно на более интересный бой, да, вот у этих. Задействовать. Но активное, да, наступление? Слишком... Или это сверхактивное? Вообще-то можно назвать сверхактивным. Чуть помедленнее, я думаю. Так, от разведки, да? Не забывая. Потому что мантикорные угрозы остаются. Но это мы понимаем, что друидская. Мы выбиваемся. Далее, но это полюбасу, да, забираешь. По дороге, кстати, можно было. Я слышу долбанного кошака. И сам все-таки отступаешь, потому что тебе может этот взять. Так. Это у нас здесь, да, Хьюстон, у нас проблема. Причем значительная проблема, что ты не успеешь ее, скорее всего, перехватить сам. Но вот это, конечно, отряд не зря отослал. И вот дорога, да, помогает в этом плане. Они смогут им поддать. Но... Если он сюда куда-то, давай сюда, получается, перекрываешь. Вы вдвоем вот где-то здесь, да, встанете. Сейчас зависит от того, насколько этот далеко сможет пробежать. Этот немножечко, да, отходит. И вот, кстати, нас, да, подвело отсутствие небольшой разведки. Вот. Получается, вот это закрываете. Ну, в целом все закрыто. Единственное, я, да, не хочу от одного играть. Нужна разведка. Всегда. Небольшая нехватка разведки. Но это, походу, все, что пытается прорваться. Спасибо, разведчик. И еще здесь. Вот у меня рыжий террорист проснулся, блин. Так. И у нас еще вот это вот.
А, все это да. А че, не на другое тогда сближение? Давай сюда. Заодно показываешь ему, что вообще вали отсюда, и чтобы я тебя больше не видел здесь. Как говорится. Но это хреново, потому что если еще темные времена, это тоже надо скипать в любом случае. Хрень такая. Хотя, может быть, мы скипнем через убийство. Я думаю, до темных времен. Ну, такой... Не, далее. А. Ну, это тут вот... Внета. Так, ты, да, я помню, возглавитель. Да, отряд до дальнего... Более дальнего перехвата. Но в целом справляется, плюс... Ну, это один орк-штурмовик. Плюс магия. Если что. Далее. Да, это помним. Здесь, соответственно... Насколько... А это другую, кстати. Прикольно, да? Нет? Рескар? Именно ты, да? А я думаю, каждый... Ну, как бы союзник пробафал. Друг друга. Ну и показать, что мы будем драться за него. И вообще показываем, что мы близко. И в целом готовы, с учетом того, что у нас куча парализаторов и вообще сильная армия. Так, ну, наглеем, наглеем. Вот единственное, это получается самая под угрозой армия. А как делать вам? И у вас самая слабая получается как бы разведка и прикрытие разведки. По городам. Кстати, да, нету это... Ну, давай, кстати, основываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Это уже под дворцом, да, чувствуется. В этом хрень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кстати, ну да, это раз, два, три, четыре. Ну, потому что лучше это. Раз, два, три, четыре. Ну, хрень, что четыре, но надо как-то ближе. Можем, конечно, типа обсерваторию снести для этого, для роста. Но я думаю, на это просто подзабью. Хотя, раз, два, три. Не, ну так раз, два, три. По сути, уже до границ. Раз, два, три, четыре хотя бы. Тогда так сыграем. Долбанный эльф. Вот. И далее. А... Все понятно. Как бы мне не пришлось сейчас вот запись стопать из-за, опять же, этого долбанного кошака и мочить его по морде. Все, что я могу сказать. Если мы потеряем это, ну, мы можем с этим, конечно, справиться с учетом всего. Не, ну давай, мы на наступление идем. Будем считать, что они очень сильно тупят. Вот. Прям вниз. Но вниз это самое жесткое направление, честно говоря. Ну это. Ладно, да, извините, я давайте на этом серию закончу, потому что мне нужно долбануть кошака.